Региональная лига Международного союза КВН Якутия представляет. Ведущий региональной лиги КВН Виталий Борзенков. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Вторая четвертьфинальная игра. Весна. Продолжаем сезон. Меньше слов, больше дела. Давайте начинать. Сегодня играем три конкурса. Классическое приветствие, классический биатлон и музыкальный номер. Начинаем, как всегда, с приветствия. Высший балл за этот конкурс 6 баллов. И честь открывать игру выпала команде КВН «Кюнделес». Ваши аплодисменты. Перед вами стоит команда КВН «Кюнделес». Кюнкульту кюлюмнес. Алик, Алик, когда я шел в КЦ, я увидел кое-что интересное. Ровный асфальт? Да не, что ты насмешил. Когда я шел в КЦ, я увидел Луну. Кстати, вот она. Ты мне на ногу наступил. Ребята, кстати, что у вас есть? Я умею очень хорошо показать бабушку. Ну, показывай. Что ты делаешь? Ты не умеешь показывать бабушку. Аян, помоги ему, а. Да вот, да вот так нормально. И на такой позитивной ноте мы начинаем! Дорогие друзья, давайте посмотрим ситуацию на улице глазами парня. О, мой спаситель! Та же ситуация глазами девушки. И глазами собаки. А весна пришла! Самый сильный якутский богатырь учит своего сына стрелять из лука. Ну чё, сынок? Ух ты, какой ты большой. На соседа похож. Ладно, отойди. Это опасно. Смотри. Айку! Папа! Иди, сына, позови маму. Спать хочу. Дорогие друзья, представьте, студент, живущий в Нижнем Бестяхе, каждый день добирается до учебного корпуса. Алик, Алик, ноутбук сломался. Импровизируйте. Да ладно, Николя. Начинаем. Такси, такси. О, речка. Лужа, оказывается. Аня! Клуб «I am a disco tenze». «I am a disco tenze». Ну-ка, собрался. Теперь лыжи. Полетели! Турун-турун! Основнята Маханка Тюхны! Ой, добрался. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему вы пришли в воскресенье? Дашь лапу. Хоть пол помою.
Весна, пора любви. Любите и будьте любимы. С вами была сборная студенческих отрядов Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Команда КВН «Кюндалясь». Спасибо. Спасибо. Нормально начала команда КВН «Кюндалясь». Двигаемся дальше. Конкурс «Приветствие». Женская сборная «Крайне северные». Аплодисменты. Встречайте. Здравствуйте, а начнем сразу с интриги. Одной из нас уже есть 18. Вариант А – Вера. Вариант Б – Юля. Вариант С – Рита. Вот и познакомились. Юбилейный год КВН. И мы предлагаем сделать символом этого сезона Анну Семенович. Все-таки 5-5. У нее 6-6. Ну тогда через 11 лет. А мы начинаем. У девушки узины, усы как у мужчины. И голос очень низкий, низкий баритон. У девушки узины, все как у мужчины. Ей бы витамины, она пьет тестостерон. Ла-ла-ла. Вера! Ты дура? Нет, я только учусь. Да голодная я, поэтому песня. 33 котенка, 33 котенка, 33 котенка, вот и шаурма. Вера! Девочки, тайм-аут. О, господи. Юля, ты бы еще разделась здесь. А что, можно? Нет! Это тебе не кызылсырская дискотека. Спели бы лучше. Как Кызылсыри. Нет. Поет Юля, песня про Анну Семенович. Вот пуля просвистела, в грудь попала мне. Юля! Я же сказала, никакого Кызылсыра. Ты специально? Непроизвольно. Заткнись. Не за что. Неожиданно, да? КВН. Продолжаю удивлять. Едет девушка в Порше, айфон 7 блестит в руке. От Гавайев и Мальдив подустала. У нее работы нет, а у людей один ответ. Где взяла вот это все? Стоп! Вера, Юля, мы же единственная женская команда в этом сезоне. Где юмор адекватный женский? Это оксюморон. Заткнись. Давайте заканчивать. А напоследок мы бы хотели дать совет девушкам. Коль красивой хочешь ты стать, парочку советов можем дать. Пышных губ секрет, откроем вам, дружок. Подойдет даже от шампуня колпачок. Есть секрет красивых волос, чтобы хвост до сюда дорос. Помой голову силой лошадиной, тебя примут за свою. Кривые ноги, беда, их ты не исправишь никогда. Юбка длинная, есть совет простой. На свидание с парнем боком ты стой. Мы все это спели к чему? Чтоб умели делать красоту. Но запомните, внешность не важна. Главное, какая ваша душа.
вами была команда «Крайний Северный». Холодные девушки с горячими сердцами. Спасибо команде КВН «Крайний Северный». Двигаемся дальше. Свой вариант приветствия, свою визитную карточку нам показывает команда КВН, представляющая начальное и среднее профессиональное образование. Сборная «Союз молодежи». Добрый вечер, дорогие друзья! Мы представляем все ПТУ Республики Саха-Якутия, и поэтому перед вами люди, которые никогда не услышат такие слова. Вау, ты сантехник? Может быть, тогда сразу к тебе? О боже, я всю жизнь мечтала, чтобы мне кто-нибудь собрал мебель. Дорогие друзья, я хоть и злая, но в нашей команде я самая успешная. Воу-воу-воу, вообще-то я в команде самая клевая. Я езжу только на дорогих авто. Ты же на автобусах ездишь. Ты вообще в курсе, что пазик лям 200 стоит? Ксюша, ты чё молчишь? Да просто весна, любовь. И не могу забыть одного парня. Ты целуй меня, целуй. И за губы ты кусай. Не забыть мне этот вкус. Ведь за губой лежит на свай. Становись! А последний участник нашей команды – это Руслан. Руслан у нас вышивает крестиком. Подумаешь, я тоже умею вышивать крестиком. Ага, тоже православным. Всем привет! Красномордый, ты кто? Ты чё? Ну это же я, ну, я. Кто? Безработный. Как вы знаете, скоро Дети Азии. И... и все некрасивое закрывают. Давайте начинать. Итак, представьте, школьник, по которому уже видно, что он станет бомжом. Итак, представьте, кавказец решил сделать селфи со своими друзьями. Всем привет, слушай. Чё, как дела? Давай ты селфи намутим. Давай. Чё-то неудобно, чё-то как-то не получается. Так, стоп! Я не поняла, а где шутки на якутскую тему? Где шутки про якутскую колбасу? Где шутки про керчах, про кумыс, про строганину, про шаурму из севары? Лиля, ты чего опять жрать хочешь? Ну конечно, я ж нижнего бестяха пешком пришла. Как это? Переправу же закрыли, там сейчас вода. Ого, ничего себе! Это получается, я по воде пришла? Да я святая! Так, курица, проваливай отсюда! Так, девочки, прекратите! Давайте заканчивать! Дорогие друзья, надеемся, наше выступление по юмору было плотным. Таким же плотным, как наш ведущий. Так-то Виталий уже не жирный. Не, ну чуть-чуть-то жирный. С вами была сборная Союза молодежи. С любовью из ПТУ! Спасибо команде КВН «Союз молодежи». Двигаемся дальше. Три приветствия сыграно, это ровно половина, осталось еще столько же. Следующая команда из города Ленск. И как вы это поняли, команда КВН –
дело семейное. Встречайте. Амир, ну что за фуфло? Вообще отбивы подбирать не умеешь. Давай под мою. Давай. Да! Четкая детская музыка! Добрый вечер, Якутск! С вами команда КВН «Дело семейное». И для начала мы бы хотели рассказать немного о себе. У меня есть маленькая проблема, и с каждым годом она все растет и растет. Это моя сестра Саша. Всем привет! Меня зовут Саша, мне 12 лет, и я живу по адресу Чапаева, 60. Саша, мы же договаривались. Все знают меня как очень крутого парня. Он сегодня полы мыл! Саша! Мои друзья знают, что деньги для меня это вовсе не проблема. Ага, он их у мамы с кошелька берет. Саша, вот что ты меня вечно подставляешь? У меня из-за тебя ведь все тетради изрисованы. Да ты сам у них рисуешь. Конечно рисую. Вот ты меня бесишь, вот я и рисую. Треугольник, крестик, квадрат. Ладно, Амир, не сердись. Зато я твоего Мишку взяла. И почему ты вечно берешь моих одноклассников? Вон Стаса уже 2 недели нет. Куда ты их вообще прячешь? Я тебе так просто этого не скажу. Мне же вечно из-за тебя прилетает. Да ты сам сломал мою куклу. Не играю я твоими куклами. Нет, играешь. Так, хватит, а то я тебя накажу. Тихо, тихо, это я не тебе. Амир, кажется, телефон звонит. Это мне. Айфон. Мама подарила. Алло. Как отчислили? Хорошо. Ну что, тебя наконец-то отчислили с курсов по маникюру? Саша, я же просил никому не рассказывать об этом. Амир, Амир, смотри, вон та девушка в зале сидит. Какая девушка, Саша? Ну, та, которая у тебя на заставке в телефоне стоит. Знаешь, как он тебя называет? Моя Сашенька, моя сладенькая. Саша. И да, ваших будущих детей будут звать Кеша и Виталя. Ну, ладно, Амир, не расстраивайся. Зато я про тебя стишок сочинила. Хочешь, расскажу? Давай. Амирка самый лучший брат. За меня постоять всегда он рад. Перед лицом кулаком у него не маши. За ним стоят все якуты. Так, Саша, хватит. Мы же с тобой команда. Да, точно, ты прав. Может, споем? А давай. Я не игра! Ей 55, когда мы на сцене, смеяться вам стоит. Нам повсюду твердят, что нам не выиграть, ведь нас только двое. Маму я вечно пишу, а КВН дома ни слова. Но нам плевать, ведь наша команда к победам готова. Юмор на сцене и полный зал. Вам надо выиграть, сказал нам отец. Кто здесь из Ленска? В Якутске кто? Дело семейное, город Ленск! Саша, вот опять начала танцевать. Чё ты меня позоришь? И вообще, ты мне больше не сестра. А, так тебе родители уже сказали, что ты приемный? Саша! Амир, ну, прости меня, пожалуйста. Просто я тоже хотела быть смешной, быть такой же, как ты. На самом-то деле, я тебя очень люблю. Я тебя люблю, Саша. Друзья, я очень люблю КВН, но еще больше я люблю свою маленькую сестру. И сейчас она стоит со мной на одной сцене не потому, что мне было не с кем ее оставить, а потому что она моя сестра. И, как говорится, КВН – дело семейное. Спасибо! Спасибо команде КВН «Дело семейное». Вот такой вот интересный концептуальный подход к игре у ленских ребят. Двигаемся дальше. Следующими на эту сцену готовятся выйти обладатели гран-при фестиваля региональной лиги КВН Якутия этого года. Под ваши бурные аплодисменты встречайте сборная Алёкминска. А для нашей команды произошло самое страшное. Выступление с фестиваля региональной лиги Якутия увидела администрация нашего города. И поэтому только для вас запрещенное в городе Алёкминске
сборная города Алекминска. Алло, алло. Алекминск! Ну что ж, друзья, по всем скучали. По тебе, по тебе, по тебе. Что мы хотели сказать этим выходом? Вертели мы все на этом четвертьфинале. Так что за фигня? Вы что, фестиваль выиграли, королями себя почувствовали? Да ты что, какие короли? Нет? Ну ладно он, но ты же мэр города Алекминска. Кстати, тебя люди просили снести бар и построить поликлинику. Почему ты этого не сделал? Да это как-то не по-пацански. А людям лечиться негде. Зато очередей нет. Так, ладно, давайте к хорошим новостям. Мы все-таки прилетели сюда на самолете, на самолете. Давайте поаплодируем, поаплодируем. Леш, покажи, как мы летели. Так, 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 все-то не показывай, не надо. Кстати, Леха вообще уникальный человек, он очень похож на мопса. Че за бред, не похож на мопса? Похож. Не похож я. Похож. Не похож. Похож. Не похож. Похож. Не похож. Кстати, Леха, у тебя что, нормального костюма нет? Ну, бюджета нет и костюма нет. У тебя что, денег нету? Может, мелочи подкинуть? Так хватит издеваться над Лехой. Леша, сделай ему удар Должанского. Ай-яй-яй-яй-яй. Алешка, молодец, молодец. Да ладно тебе. А скажи, как будто ты в ванне лежишь. Да ладно тебе. Кстати, новость. У нас только что в Алекминске выбрали нового мэра. Чё, опять спичку тянули? Нет, на камень-ножницы разыграли. О, все серьезно, все серьезно. Ну вот, и новым мэром становится Елисеев Алексей. Как неожиданно, а? А заместителем, в свою очередь, становится Карнауков Иван. Ну все, это наш город. Блин, у нас в команде одни парни. И так все думают, что мы эти. Лохи. И вот, чтоб так не думали, коллективным решением я позвал вот ту, которую про все в подъезде пишут про нее. Катюха, что ли? Маринка? Не, Настя. Ну ты уточни подъезд. Настя! Настенька! Настюк! Братухи, пока не на нюху, черный пистолет! Эй, черный пистолет! Эй! Знакомьтесь, это Настя. Да вы че, она даже не с Алекминска? Ты че, пояснить, что ли? Ну поясни! Че, двушку после игры раздаем? Падики! Падики! Эти розы тебе! Балтика! Да! Ты сумасшедший! Да я такой! А у меня тоже есть для тебя подарок! Кстати, забыл объявить, где-то у Алекминского бара. Михаил Михайлович, вы уж фуражку забыли? Мы
все-таки культурный город, и поэтому от всей Алекминской администрации мы дарим вам Палтос! Блин! Ладно, короче, скотчем дома приклеите, скажите, что вам только в автобусе дали. У нас Алекминск, у нас канает. А закончить бы хотелось алекминской мудростью. Один в поле. Ну, значит, приспичило. И с вами сборная города Алекминска. Спасибо! Спасибо, сборная Алекминска. Отдельно давайте аплодисменты, дорогие друзья. Ну что ж, на очереди шестое и последнее на сегодня приветствие от команды КВН. Как вы думаете, какой? Все правильно, команда КВН, Якутск молодой! Молодой! В смысле я мамбет? Я же тебе говорил, все уже, покончено. Запарил, я ухожу с команды. Что? Ну так и сразу сказал бы. Ну да, я грустный. Пацаны, оказывается, Вовы нет. Натуре, что ли? Пацаны, Кирилл, теперь у тебя будут слова. Крис, теперь ты не Крис, а Чулус. Семен, теперь все, что угодно можно делать. Это не... Не все, конечно. Эрмей! Красавчик молодой! Его точно нету, да? Наконец-то этого урода нету, да? Так ты же вышел. Не, я про другого. Сейчас надо рассказать всю правду про Вову. Давайте расскажем. Анатолий Асклонович, вы знаете, как вас называет на репетициях Вова? Толик! Михаил Джафарович, знаете... Про вас что Вова говорит? Что Гасан красивее? О, Боже! Александра, вы знаете, что про вас Вова говорит? Что вы самая красивая. Это я всегда ему так говорю. У вас есть титул, у меня есть титул. Я мистер Подъезд. Души всеми фибрами. Вот, может, рано там, да. Может, заново, может, заново. У нас мало времени. Привет, бэйби. А, ты же Соленька. Привет, Бэмби. Пацаны, Атас, Вова идет. Ты чё, матерь? Я так ждала тебя, Вова, дура. Я так ждала тебя. Ну что ж, добрый вечер, извините за опоздание. Перед вами команда КВН Якутск. Говорили. А, да. Надеюсь, ничего не натворили, да, пацаны? Все нормально, да? Не. Точно, да? Да, точно. А почему Анатолий на меня смотрит, как будто он узнал, что я называю его Толик? Почему, ну, Михаил всегда на меня так смотрел? А почему Александр на меня смотрит, как будто она самая красивая? Это ты я, что делаешь, я, Кеша? Это я. Ты что, Кеша, делаешь, а? Да прекрати, а! Так, уроды, чья это идея? В смысле уроды? Да, да, все, уроды. Все, не уроды, а урод. Ну,
Ну, урод-то базару нет. Ну... Это идея народа! Это бунт! О, на восстание декабристов то же самое говорил. Не в тему, тогда мне 200 лет, год? Ребята, говорите, чья это идея, либо я расскажу всем, чем вы занимаетесь на репетициях. А, давай, говори. Говорить? Точно? Говори. Вот, например, Семен у нас голый репетирует. Наконец-то все узнали, что я Семен. А вот Крис... Все, я скажу, хватит. О, Обама. Обама. Вот человек, да? Вот нормальный человек же есть в команде, да? Давай, Крис, скажи, кто это? Это один из нас. Красавчик. Все заодно, да, как я понял? Так, тихо. От кого так вкусно пахнет Пакарабана? Отличный выбор, Кирилл. Гуччи Гуилти Блэк, отлично, Кеша. Бананы, кокосы. Апельсиновый рай. О, хозяйственное мыло. С нотками весеннего перегара. Прям отлично, я не знаю, друзья. Так, ребята. Что ребята, на... ребята, я хочу играть за вашу команду. О, добро пожаловать! Как тебя зовут? Миша. Меня Володя. Это наша большая семья, Якутск молодой. Приведи его, друзья. Ты думал, так легко попасть в нашу команду, что ли? Пошел вон отсюда, понял, да? Это здесь не проходной двор тебе, понял, да? Я знаю секрет про Вову, который никто не знает. Какой секрет? Добро пожаловать в нашу команду, скотина! Ну что ж, ребята, у вас что-нибудь есть по полуфиналу? Есть, да, пацаны? Да, у нас с Еремеем есть миниатюра. Да, какая? Давайте, все же видели, 1+1. Давайте представим, якутская версия. Еремей, запарил уже бухать, а? Я тебя больше до дома не потащу. Ну ладно, ребята, давайте подытожим. Ну что, дорогие друзья, что хотел бы сказать в конце, да? Вот вы смотрите на нас, да? И что вы думаете? Что вы думаете о нас? Что вы думаете? Да-да-да, мы официальное лицо игр Дети Азии. Еремей, не Деды Азии, а Дети Азии, я сказал. Ну что ж, перед вами была команда КВН Якутск молодой. Спасибо за внимание. Спасибо! Спасибо! Это были все приветствия на сегодня, и я под ваши бурные аплодисменты приглашаю все команды на сцену! Впереди у нас биатлон, ну а перед этим мы узнаем оценки за приветствия. Напоминаю, что максимальный балл за этот конкурс 6. Итак, уважаемые жюри, вы готовы? Давайте начнем. В счетной комиссии у нас сегодня Артем Евмененко. Поехали. Начинала конкурс приветствия команды КВН «Кюнделес». 5-5-4-4-4. Две пятерки, три четверки. Вторыми. Женская сборная из Кызылсыра. Крайне северные. 6-5-5-5-5. Одна шестерка, остальные пятерки. Третьими в этом конкурсе была команда КВН «Союз молодежи». 6-5-6-6-6. Одна пятерка, остальные шестерки. Команда из города Ленска. Дело семейное. 5-6-5-5-4. Сборная Алекминска. 5-6-5-5-5. И закрывала конкурс приветствия команда КВН «Якутск молодой». Все судьи 6 баллов. Ну что ж, дорогие друзья, переходим к конкурсу «Биатлон». Классический конкурс, где команды в каждый круг прочитывают по две текстовые веселые репризы. После чего наше многоуважаемое жюри говорит, какая команда была менее смешнее, и она покидает наш огневой рубеж. Поехали с той стороны. Крайние северные. Мирный – алмазная столица. Кызылсыр – газовая столица. Нерюнгри – угольная столица. Якутск – столица Республики Саха-Якутия.
Спасибо. Периодически, отключая свет, Якутскэнерго повышает демографию в Якутске. Спасибо. Крайне серные, двигаемся дальше. Кюндалес. Очень некрасивая девушка бросила бумеранг, и он не вернулся. Хорошо, еще. Первый якутский космонавт, долетев до Луны, не спел тойук, не потанцевал осохой, не выпил кымыс, а сказал «Индин-да-ти-дам-батта». Хорошо, двигаемся дальше. Две шутки от сборной Алёкминска. Здравствуйте. Поехали. Маугли боится Элвана, потому что его братан тигр. Хорошо. Еще. Когда маленького Егора Афанасьевича спрашивали, кем он хочет стать в будущем, он говорил, что врачом. Обидно, что мечты не сбываются. Спасибо. Якутск молодой, две шутки. На свадьбе вора-карманника гости дарили больше, чем хотели. Спасибо. Еще. В Якутске пересняли фильм «Побег из Шоушенка». Теперь он называется «Побег из шоу». Хорошо. Видимо, очень близкая для команды шутка. Союз молодежи. Шутка на фантазию. Беда не приходит одна. У Тани одна грудь была чуть-чуть больше второй головы. Спасибо. Еще. У Сени была кличка Балбах, потому что как-то на сенокосе его подожгли. Спасибо. Ленска, дело смены. Катя, передай микрофон. Идет бычок, качается, ведь скоро пост кончается. Спасибо. Еще. Борец Ибрагим распорол ногу о кубок. Так сказать, за что боролся, на то и напоролся. Спасибо, хорошо. Итак, уважаемое жюри, с активом 0,4 нас покинет сейчас какая-то команда КВН. Самые несмешные шутки были, к сожалению, у команды КВН. Михаил Джафарович. Нас покидает, к сожалению, команда Кюнделес. Кюнделес 0,4. Разыгрываем дальше 0,5. Второй круг. Крайне северный, пожалуйста. Совет грибникам. Если грибы начинают с вами разговаривать, то это плохие грибы, и вам пора идти домой. Спасибо. Еще раз. Из-за нечаянного чиха пластического хирурга губу Ирины теперь точно можно закатывать. Хорошо. Алёкминск. В Алёкминске очередь за йотой, вторая по популярности после очереди за хлебом. Спасибо. В Алёкминске даже лежачий полицейский берет взятки. Спасибо. Якутск молодой. Лучший ученик трудовика закончил школу с деревянной медалью, которую сам сделал. Спасибо. Еще. Девушка с птицефабрики в солярии сидит на корточках. Спасибо. Почему? Интересно. Вспомнил Наташу Юхневич, нашу великую КВНщицу. Катя, союз молодежи, две шутки. Мы узнали, что после того, как Виталий Бразенков похудел, он продает старую одежду. В газете так и написано: «Продаю шторы дешево». Да, кстати, вот вам. Хорошо, дальше. На Дети Азии в Якутск приедет практически 5000 гостей. Больше всего этому будут рады комары. Спасибо. Ленск. Дело семейное. Старость бывает и в радость. С иронией сказал создатель плейбоя Хью Хефнер. Хорошо, дальше. Сказок не бывает. Из-за кризиса магазин Сим-Сим уже третий год не может открыться. Спасибо. А так, уважаемая жюри, сейчас такой, кажется мне, сложный круг. 0,5 нас должна покинуть команда КВН. Девочки из Кызылсыра, спасибо. 0,5 команды КВН «Крайне Северные». Аплодисменты, дорогие друзья. Третий круг и розыгрыш 0,6. Начинаем также с того края. Алёкминск. Дети продавщицы секс-шопа боятся попросить у мамы костюм на утренник. Спасибо. И еще. Ирония судьбы. От парня, который создает рассылки в WhatsApp, ушла девушка.
Сначала к одному, потом ко второму, потом и группе людей. Хорошо, спасибо. Якутск молодой. На свадьбе поварихи вместо букета кидали буфет. На бабки. Вот. Спасибо. Еще. Чем сильнее папа раскручивал сына на карусели, тем дольше он мог поиграть с мужиками в домино. Спасибо, Вова. Двигаемся дальше. Союз молодежи. Катя, давай. В Якутске, если у вас дома есть акваланг, вы либо дайвер, либо живете на первом этаже деревяшки. Спасибо. Еще. Режим современной женщины. Весь день энерджи-диет, ночью парочка котлет. Спасибо. Ленск, дело семейное. Учительница биологии зарыла 20 тысяч пальцев, и через 5 лет у нее вырос лес рук. Хорошо, еще одна. От создателей песен имя 505 и песня 404. Имя 8-800-5-5-5-3-5-3-5. Спасибо. Итак, с активом 0,6. Нас покидает сборная Алёкминска. Сборная Алёкминска 0,6. Следующий круг 0,7. Володя, Якутск молодой. В завещании врача-окулиста буквы с каждой строчкой становятся все меньше и меньше. Ага. Давай еще одно. Сотрудники Сбербанка теперь немного вздрагивают, когда к ним входят звезды якутской эстрады. Хорошо, еще раз. Дальше двигаемся. Союз молодежи. Катя, поехали. Все с нетерпением ждут от ректора из ВФУ новую запись. Мой первый вайн. Спасибо. Еще одна. Автовокзал приезжает в Ричпорт. Теперь бомжатам можно мыться в речке. Спасибо. Дело семейное. Как говорится, после первой не закусывают, а в малоимущих семьях не закусывают вообще. Спасибо. И еще одна. Продавщицу рынка парень бросил со словами: «Я от тебя ухожу, похожу, посмотрю. Если ничего не найду, вернусь». Хорошо. Итак, с активом 0,7. Ну, на самом деле, 0,7 тоже это достаточно много. Уже не 0,4. Очень спорное решение, дорогие друзья. Давайте. А, нет, Михаил, итак. Нас покидает Союз молодежи. 0,7 Союз молодежи. Ну что ж, финал разыгрывается на 0,8 и балл ровно. Володя, давай. Привет. У Куклачева дома 30 кошек. По статистике Куклачев одинокая, толстая тетка. Спасибо. Еще одна. Идем дальше. Говорят, что молния не бьет в одно и то же место два раза. Но это не про нашего Еремея. Хорошо. Итак, Ленск, две шутки. И тебе привет, Вовочка. Щекотливая ситуация произошла с парнем усатой девушки. 15. Хорошо, вторая. У Светы были большие глаза. Они компенсировали размер мозга. Итак, 0,8 и 1 балл. Ровно, кто выиграл? В конкурсе биатлон побеждает Ленск. Дело семейное, город Ленск. 1 балл ровно. Очень интересно, очень запутанная игра получается. Интрига бешеная, кто пройдет дальше. До сих пор непонятно совсем. Переходим к следующему конкурсу. Музыкальный номер. Это должен быть такой номер, который можно завершить домашнее задание. Может быть стем, может быть конкурс одной песни. Главное, чтобы он был до 4 минут. И музыкальном. Давайте посмотрим, что команды приготовили. Ну и начинают у нас фееричные выигрыши в биатлоне. Ребята из Ленска, команда КВН, дело семейное, музыкальный номер. Смотрим.